2,7. Разложите на множители. Значит, мы должны разложить вот этот множитель. То есть, этот многочлен на множители. Хорошо. Равно. Здесь чего мы имеем? У нас есть a плюс b и a минус b. Значит, мы вот эти члены мы можем вынести за скобки. А какую степень должны вынести? Обязательно меньшая степень a плюс b, значит первая степень. A минус b тоже первая степень. Значит, a плюс b, a минус b выносили за скобки. У нас останется что? A плюс b выносили, остался a минус b в квадрате. А минус b в квадрате. Минус а минус b выносили, остался а плюс b в квадрате. А плюс b в квадрате. Ну хорошо. Теперь это еще должны хоть как-то упростить еще. Вот эти две, первые две скобки не трогаем, потому что это уже в разложенном виде стоит. А остальную третью скобку мы должны разложить на множители. Здесь смотрите, я к этим двум скобкам могу применить формулу а плюс b, а минус b. То есть сумма вот этих двоих, вот это в целом равняется сумму вот этих двоих, умноженной на их разность. То есть когда прибавили, смотрите, минус b плюс b они взаимно уничтожаются, останется 2a. А когда отнимаем, смотрите, а и а, они взаимно уничтожаются. Минус b получается, значит, минус 2b. Минус b, минус b, это минус 2b. Равно. Теперь, как обычно, вот пишем это в стандартном виде. Сначала числа. 2 на минус 2 это минус 4. Из букв а, b есть. А, b. И здесь вот эти скобки. А плюс b, а минус b. Вот на этом все. Первый пример. 2,7. И теперь второй. Тут тоже мы должны разложить на множители. Чего мы имеем? У нас есть, как обычно, а минус b, а минус b здесь, как в предыдущем примере. И а плюс b, а плюс b. Должны вынести меньшую степень. Вот вторую степень. Здесь тоже вторую степень. Значит, а минус b, а плюс b выносили со вторым степенью. Вот. И останется внутри что? Вот это выносили, остался а плюс b в пятой степени, а плюс b в третьей степени. То есть а плюс b в кубе. Плюс вот это выносили, остался вот это, а минус b в кубе. Ну вот. Теперь это еще должны упростить. Вот эти первые две скобки не трогаем. Это уже в упрощенном виде стоит. А минус b. Вот. А плюс b. Ну, давайте вот целиком я могу писать в квадрате. И умножим. Вот к этим двум скобкам я должен применять формулу а куб плюс b куб. А плюс b был вместо а плюс b, вместо b а минус b. А плюс b, если прибавляем вот эти две скобки, у нас получается b и минус b исчезает, останется а плюс а 2а. Умножим. А квадрат минус аб плюс b квадрат был у нас формы, поэтому вместо а вот этот квадрат этой скобки а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат минус аб, то есть произведение вот этих двух, когда вычисляем произведение, а квадрат минус b квадрат получается. Значит, еще действует вот этот знак минус, поэтому минус а квадрат плюс b квадрат. И плюс b квадрат должен быть, то есть квадрат этой скобки. А квадрат, а минус b квадрат, поэтому а квадрат минус 2аб
2аб плюс b квадрат. Остается лишь теперь решить подобные члены, что у нас есть. Минус а квадрат плюс а квадрат. Они взаимно уничтожаются. Хорошо. B квадрат плюс b квадрат. Ну, значит, это не исчезает. Минус 2аб плюс 2аб. Останется что? А квадрат. То есть сначала первые вот эти скобки должен написать. 2а. Вот, затем вот эти. А минус b, а плюс b. А плюс b в квадрате. И умножим вот здесь теперь. А квадрат. Затем b квадрат плюс b квадрат плюс b квадрат. 3b квадрат плюс 3b квадрат. На этом все. Следующий пример будем решать в следующих видеоуроках. До свидания. Всего вам доброго.